секунд до конца поединка. И завоевал звание чемпиона боец с белым поясом.
Побережье с 1991 года. Главной целью клуба является воспитание здорового подрастающего поколения, пропаганда физической культуры и спорта, организация досуга детей нашего города. За 7 лет своего существования детский спортивный клуб «Игра» зарекомендовал себя как центр методически грамотного воспитания и физической подготовки учащихся Левобережья. Причем работа ведется с детьми младшего школьного возраста. А этот возраст в огромных жилых массивах, прилегающих к зданию клуба, практически никого больше не интересует. Спортивный результат – это не самое главное. Вот то, что человек начинает уважать себя, уважать других, начинает понимать, что такое трудно, что такое страшно, что такое больно, но здесь же, на этом же занятии ему интересно, ему весело. Все это группируется и потихоньку вытекает настоящее воспитание. В вечернее время в клубе используется для занятий шейпингом. Несмотря на существующие экономические проблемы, нет сомнения, что будущее именно за такими клубами, сумевшими выжить в трудной ситуации и взвалившими на себя большую часть проблем по обеспечению полноценного учебно-тренировочного процесса, гарантирующего нормальное воспитание подрастающего поколения. Воспитанники этого клуба постоянно становятся призерами областных и городских соревнований. А Стас Лыжин является победителем 2 международных турниров по рукопашному бою. В январе 1998 года в городе Мирном он стал чемпионом России. Стас, скажи, пожалуйста, почему ты занимаешься рукопашным боем, а не каким-то другим видом спорта? Ну, во-первых, потому что мне нравится этот вид спорта. Ну, мне получается все в этом виде спорта. В дальнейшем я думаю, что он мне поможет при поступлении в какое-нибудь высшее учебное заведение. Мы тоже решили принять участие в тренировке чемпиона. И поверьте, удары этого молодого бойца действительно внушают определенный страх. Эдуард Бескараваев, братья Шеметовы, Алексей Малыгин, Дмитрий Гульдин – все это очень перспективные спортсмены. И думается, о них мы еще услышим. Однако, если разобраться, ничего сверхъестественного не произошло. Настолько ударно подопечные Владимира Анатольевича отработали на всех соревнованиях минувшего года, насобирав букеты медалей и кубков, что уже только по массе призового металла Зборовский перевесил своих конкурентов за звание лучшего тренера. Перечислять все достижения мальчишек клуба «Сатурн-Профи» смысла не имеет. Мы подробно рассказывали об этом в наших предыдущих передачах. Добавим только, что и 2000 год начался для центра «Панкратион» с победы в общекомандном зачете на первенстве России по армейскому рукопашному бою. В активе воспитанников Владимира Зборовского 4 золотые и 1 серебряная медали. А в итоге Международный совет по абсолютным поединкам и Международный центр «Панкратион» признали команду Омска на базе клуба «Сатурн-Профи» лучшей в России. Это ли не подтверждение итога голосования омских журналистов? То, что Владимир Зборовский был признан тренером года, вас вообще это удивило как-то, нет? Да, в общем-то, наверное, и нет. В общем-то, и нет, потому что команда выступала весь год стабильно, четко, и, в общем-то, это как закономерность. Я считаю, что многие предпочтения отдали именно ему. Когда мы приезжаем, нас приглашают на многие соревнования в другие виды единоборства. Мы выступаем частенько в рукопашном бое, в тайском боксе. Ну и вот обычно, когда приезжаем и выигрываем, там всегда говорят все представители других команд, что это омский феномен. Вот я считаю, что Владимир Анатольевич – это действительно феномен. Ну, и откуда ребята растут? Вот в этом клубе действительно приходят мальчишки вроде сырые, непонятно что. А глядишь, через годик-полтора он уже добивается каких-то определенных результатов. Ребята действительно добились многого. Причем это не единичные успехи. Чтобы пересчитать всех наших чемпионов, уже не хватает пальцев на руках. Зачастую для достижения результатов своих воспитанников тренер должен быть почти что тираном. Владимир Зборовский в этом, пожалуй, исключение из правил, который берет своей человечностью и профессионализмом. Поэтому неудивительно, для многих ребят, а есть здесь и детдомовцы, он стал вторым отцом. Тут и наш потенциал тоже присутствовал. Ну, мы помогли ему, чем могли. Ну, я считаю, что это заслуженно, что он стал тренером, главным спортсменом России. И он нам тоже помогает немало. И как вот сейчас стипендию стал платить тоже. Ну, чем может, поможет, и в жизни поможет. Ну, вообще тренер замечательный. Кого уважает как тренер, как личность. И за счет этого мы находим общий язык. Ну, тем самым, да,
просто достигаем каких-то целей. Что еще можно добавить к портрету Владимира Зборовского? У этого тренера, да, наверное, как у любого профессионала, в запасе есть свои секреты. Тот арсенал, с помощью которого он и выводит мальчишек в чемпионы. Однако Владимир Анатольевич не считает свой талант чем-то особенным, справедливо полагая, что к любому спортсмену, будь он хоть 7 пядей во лбу, просто нужен индивидуальный подход. По итогам 99-го года вас признали лучшим тренером города Омска. Вас это вообще удивило как-то, нет? Конечно. Еще ни разу тренер-единоборец не был. Обычно у нас любят народные виды спорта. Футбол, хоккей, волейбол, баскетбол. И, конечно, меня порадовало. Самое главное, отойти от классики. От классики и какую-то изюминку им давать, тогда они непредсказуемые на ковре. Вот тут это очень важно. Вот тренер их послушает, о чем я говорю, и задумается. А сам Владимир Зборовский задумывается уже о грядущих соревнованиях. 31 января в Омском государственном цирке его бойцы примут участие в юношеском чемпионате России. А следом за ними на арену выйдут гладиаторы Панкратиона, участники международного турнира Кубок евроазиатских чемпионов по боям без правил. На этот турнир мы приглашаем ребят, спортсменов, обладающих исключительно чемпионскими титулами. То есть это чемпионы своих республик по различным видам единоборств. Это и вольная борьба, это и дзюдо, самбо, кикбоксеры. Вот. Довольно-таки приличный состав будет в этот раз представлен. Ребята, которые уже являются чемпионами Европы и даже чемпионами мира. Вот. От мячей будут выступать два омских спортсмена. Это Дмитрий Якубович, он чемпион России по рукопашному бою и будет проводить титульный бой за звание чемпиона России по профессиональному панкратиону. Его соперником будет Ашот Ашугян, это спортсмен из Анапы, более опытный, который на данный момент является чемпионом России по профессиональному панкратиону. Также будет второй титульный бой за звание чемпиона Европы. Значит, в этом поединке встретятся действующий чемпион, это Сергей Бычков из Санкт-Петербурга. Он чемпион Европы по абсолютным поединкам. И его соперником будет выступать спортсмен из Краснодарского края. Это, будем так говорить, уже как спортсмен-легенда. Он провел 24 профессиональных боя и только в двух потерпел поражение. Это Владимир Гущин. Я думаю, вот это будет один из ярких, интересных поединков. Ну, также весовые категории в основном составе будет весовая категория до 80 килограммов и свыше 80. Вот в весовой категории до 80 килограмм будет выступать второй наш омский спортсмен. Это Иван Заика. Объяснять, почему именно в Омске традиционно проходит столь впечатляющие по своему накалу и зрелищности действия, видимо, смысла нет. Наши спортсмены своими успехами сказали все сами. К тому же и идея проведения подобного турнира возникла именно у нас. Однажды возникла идея собрать всех чемпионов из ближайших республик и провести вот этот, ну как в футболе проводится, кубок кубков, кубок чемпионов, так вот у нас тоже кубок чемпионов. Ну то есть он же как бы приобрел популярность, спортсмены с охотой едут в наш город? Да, естественно, конечно. Условия у нас прекрасные для спортсменов, в общем, довольно-таки приличный призовой фонд, поэтому к нам едут действительно именитые спортсмены. Юношеская сборная настраивается на чемпионат как обычно. Нет мандража, нет шапкозакидательского настроения, есть лишь небольшие волнения за здоровье членов команды. Грипп приходит, как всегда, не вовремя. Но что касается бойцовского духа, то он у ребят клуба «Сатурн-Профи» всегда на высоте. Через неделю уже практически предстоит турнир. Как считаешь, как твоя команда выступит? Я думаю, достойно, потому что в своем городе, в Омске, мы должны выступить достойно и показать свою борьбу, свой, как сказать, что мы лучшие в городе Омске, не только. Мы, думаю, выступим достойно. Хотя приедет много конкурентов, постараемся выступить хорошо. Одним из главных советчиков и помощников мальчишек перед соревнованиями стал чемпион мира по абсолютным поединкам, абсолютный чемпион мира по версии CI-боксинг Кавказ Султан Магомедов. Именно напутствие столь именитого и известного на всю планету бойца, наверное, вдохновляет не меньше, чем поддержка лучшего тренера 99-го года Владимира Зборовского. Я их хочу пожелать удачи этот раз. Мало что травм был. Больше побед. И все, пожелать удачи всем.
Вот в этом небольшом зале воспитываются победители. Дмитрий Кром, братья Шеметовы, Стас Коваленко, Евгений Корман. Все многократные чемпионы. Кто страны, кто мира, а кто и Европы. Именно здесь получают они азы боев, что помогает им удачно выступать на различных соревнованиях. Только в прошлом году из 10 турниров в 9 наша команда заняла первые места. Команда Омской и Омской области считается в России сильнейшей. По всем, вот, и по армейскому рукопашному бою, и по рукопашному бою панкратион. Это 6 чемпионатов страны проходило по армейскому рукопашному бою. И в 3 мячи выигрывали. Один раз были призерами в командах. Но они участвовали в мячи всего 4 раза. 3 раза победили. Это о чем-то говорит. Недавно вернувшись из Москвы с чемпионата по армейскому рукопашному бою с целой коллекцией наград и, естественно, с первым местом, ребята вновь тренируются в усиленном режиме. То есть ежедневно с измерением давления, взвешивания. И теперь ни одна тренировка не проходит без народного противогриппозного средства – чеснока. У нас сейчас карантин, мы не учимся. Тренировки усилены 2 раза в день даже. Ну вы сами-то не устаете от тренировок? Ну как, конечно, устаем морально и психически, но... Нам тренер дает нормально, ну, как полагающие нагрузки. На фоне столь сильных соперников, участвующих в юношеском чемпионате России, элитного московского клуба «Ермак», новосибирского, новокузнецкого, тюменского, барнаульского регионов, наша омская команда выглядит уж слишком юной. Ведь Сергею Шеметову, самому старшему из наших бойцов, всего 16 лет. В то время как команды гостей сформированы из 17-летних спортсменов. Но тренер нашей сборной не сомневается, что ребята выступят неплохо. Волевая подготовка, техническая, очень хорошая. Но ребята маленько грипповали, вот, и поэтому маленько сейчас они ослаблены, им будет трудно. Сейчас вы можете сделать какие-то прогнозы? Нет, я боюсь прогнозы делать. Вот. Я бы мог сделать твердый прогноз, если бы они маленько меня не погрипповали. Вот. А сейчас я впервые в такой ситуации, когда ребята маленько переболели. В отличие же от своего тренера, юные спортсмены настроены более оптимистично. Настроены побеждать. Но мы думаем, что все будет нормально. Травм вроде нет. Немножко болезни там. Но ничего, нам не помешает. Мы думаем, выступим достойно. У нас у всех настрой боевой. Мы все надеемся на победу. К выступлениям профессионалов на международном турнире по панкратиону мы еще вернемся в следующем спортклубе. И еще об одном бое, который уже... а не просто отметиться на выборах, так сказать, для галочки, чтобы не забывали избиратели. В этой связи многие аналитики уже задаются вопросом, как долго просуществует наметившийся в Думе альянс коммунистов и единства. Ведь...